течение первой смены в детском оздоровительном лагере «Звездочка» дети приняли участие более чем в двух десятках мероприятий. Каждый смог найти в себе новые таланты. Смена запомнилась каждому отдыхающему. Интересные конкурсы и яркие мероприятия не оставили никого равнодушным. Мне больше всего понравился конкурс талантов в первой смене 2016 года. Я сам участвовал в этом конкурсе. Я танцевал свой танец, который я учил несколько месяцев. В лагере больше всего мне понравились дискотеки. У нас было много разных мероприятий, конкурсов. Было очень интересно. Первая смена 2016 года в «Звездочке» очень хорошая. Мне в ней понравилось. Смена «Звезд» фильм представляет завершилась красочной церемонией закрытия. После представления отрядов ребята исполнили гимн города Заречного. Вы с первых дней своих каникул находитесь здесь, в прекрасном лагере, с хорошим настроением. Погода и холодно было, и дожди, и жарко, но она вам не портила настроение. Я смотрю на ваши добрые лица, замечательные улыбки, яркие глаза, и желаю вам также ярко, здорово провести еще 2 месяца и даже чуть побольше лета. Всего вам самого хорошего. Все таланты, которые успели проявить юные кинематографисты, ребята продемонстрировали на празднике. Лучших актеров и актрис, сценаристов, каскадеров и режиссеров наградили отличительными знаками – звездами. Самые активные киношники были занесены в галерею звезд. Отряд, они показали самый лучший класс вообще. Прям за них реально гордость переполняет. Молодцы, ребята. Но больше всего это то, что единство. У нас же, мы почему назывались Супербобровы? Потому что мы едины. И вот ребят показали свое единство. И это самое крутое. На церемонии нашлось место отрывку из индийского кино, которое показала первая киностудия. Ребята не забыли и трагическое событие начала Великой Отечественной войны. Напоминанием стал номер 2-го отряда. Весь лагерь поддержал идею самбистов 5-й киностудии. Все отдыхающие сделали разминку с актерами и каскадерами из всеми любимого сериала «Физрук». Специально для «Звездочки» командир 1-го отряда Кирилл Шмелев написал песню. Для выступления нельзя подготовиться, это должно быть вдохновение. Пришло вдохновение, песню написал. К тому же это один из тех немногих лагерей, про которые можно смело сказать, отдадим детям самое лучшее. Вот, благодаря своим педагогам, благодаря прекрасному руководству, то есть Надежде Владиславовне Антоновой, эта песня пришла и я ее написал. Как говорится, это была реально музыка из сердца, поэтому я считаю только в этом успех моего выступления. С вами знаем, что мы лучшие люди, никого никогда не забудем, а нас узнают не только на Земле, но и в далекой галактике. Вот и пролетел 21 день нашей лагерной чудесной смены. Вы сюда пришли все маленькими детками и пробовали себя совсем-совсем в разных ролях. Кто-то стал самым лучшим актером, кто-то научился снимать фильм. Но самое главное, вы обрели здесь своих друзей. В начале смены я желала вам мечтать. Что ж, дорогие мои ребята, мечтать вы умеете. Теперь вы стали настоящими звездочками. И как настоящим звездочкам я желаю вам сиять. Сияйте, дорогие мои. Церемония награждения завершилась общелагерным флешмобом.